Итак, приветствую. Посмотрим, что у нас на июль месяц предстоит весам. Девы сейчас. Сейчас я сначала карту переверну. Дальше уже буду смотреть. Ну, что можно сказать? Сразу ограничить свои расходы в июле месяце. Вам это ни к чему. В остальных сферах у вас, в принципе, это неплохо. Хорошо. Значит, где вы сейчас находитесь? В семье? Вот вообще вы сейчас в хорошей вообще обстановке, в идиллии такой и как бы в достатке. Вот так можно сказать, это точно. Значит, что у вас со здоровьем? Ну, а со здоровьем какой-то дисбаланс есть в организме. Здесь нужна консультация нескольких специалистов. Можно походить, проверить свое здоровье, посмотреть, насколько актуально, чтобы в июле сделали какие-то анализы. Там есть место, имеет быть, потому что весь организм ваш не работает слаженно. Может быть, какой-то дисбаланс в щитовидной железе, возможно, по-женски, если вы женщина, да, какие-то есть сбои. Нужно наладить работу обмена веществ. Вот то, что работает в совокупности вместе. Но у нас организм не работает отдельно, сам по себе один орган. Одно делает, другое другое. В общем, вот здесь вот нету слаженной работы организма. Может, какое-то расстройство у вас было, что сейчас вот дало такой толчок, что очень тяжеловато организму. Вот. Дальше. В личной жизни, в сфере, все более чем прекрасно. У вас либо, если вы одинокий человек, либо новое знакомство, которое вам просто доставит, ну, вот, семейное счастье, семейное идиллия. Вам будет нравиться этот человек, вы ему тоже довольно-таки взаимно. Здесь не стоит никакого вопроса меркантильного. Здесь просто счастье, идиллия, как, знаете, как радуга над головой. Вот так вот. А, смотри, как хорошо нам вдвоем. Ну да, вот здесь, да. Но я думаю, что здесь колорит новое знакомство у кого-то из представителей, да. Либо новое знакомство в новом месте, и даже отдыхать вы будете в том месте, где раньше не отдыхали, либо проезжали мимо. Либо обновление отношений со своей вот второй половинкой. У вас все хорошо, все гармонично, все понятно, все вот по полочкам. Очень хорошие, прекрасные карты. Дальше. Финансы. Еще раз упомяну, что никаких лишних трат, они будут очень необдуманные, просто выкинутые, можно сказать, деньги на ветер. Да, у вас есть какой-то запас, либо такой небольшой капитальчик, но есть большой риск, что вы его просто израсходите довольно-таки быстро. Дальше. Либо вы пользуетесь какими-то практиками, либо вам... Ну, вам нет... Нет, сейчас скажу. Какие-то делали вы практики, которые нужно просто исключить. Вот просто исключить. Взять, отрезать и выкинуть. Вот, понимаете, здесь на обороте дама мечей. Вы не знаю, сколько вам потребуется времени, чтобы вы в этом убедились, но вот эти вот магические практики, они вообще абсолютно ни к чему. Разве что, вот, ну, вообще, ну, нигде я не вижу карты магии, наоборот, скорее карта энергии. Энергии, да, есть, и, пожалуй, все. Убрать лишнее, не захламлять свою голову, желательно, конечно, разобраться со здоровьем, у вас есть какой-то сбой. Я бы прочитала даже эту карту скорее как медицинского работника, врача, не обязательно возраст, еще какой-то врач с новыми идеями. У вас некие есть такие
процессы в организме, которые требуют рассмотрения нового взгляда, нового движения, нового специалиста, понимаете? То есть в одном месте колет, в другом месте жгет, в третьем месте поднывает. Вот такое вот есть. Вот есть такое. Ну и вы счастливы в личных отношениях, и в семье у вас хорошая идиллия. И я бы вам советовала не распространяться и не рассказывать про свое счастье. Мне это говорит вот рядом стоящая карта, потому что в вашем поле окружения есть люди, которым это совсем не хватает. Они как в закрытом мире живут, знаете, очень ограниченно. У кого-то ограниченное мышление, у кого-то ограниченные связи, у кого-то ограниченные отношения. И это ничего не вызовет, кроме зависти. Не могу сказать, на каком вы уровне находитесь, и захотите ли вы даже разбираться с какими-то там связями, завистями, еще что-то. Ну, просто будьте счастливы, наслаждайтесь июлем, и жизнь вообще прекрасна будет. Вот. Еще раз про работу специалистов. Кстати, это может быть выполнение. Вот что-то надо полечить, да? Но это не один специалист, а несколько. Но ничего серьезного такого нету. Вот. Займитесь. Будьте счастливы, либо просто ничем не занимайтесь, июль месяц купайтесь в личных отношениях и в счастьях. Никаких магических практиков, никакой магии, не переусердствуйте, просто восполняйте свою энергетику. Все, вот такой расклад у весов. Ой, минутку, я все-таки весам, раз у них магии никакой нету, я все-таки достану одну руну для весов. Смотрите. Эта руна самая такая, я бы сказала, что нечто будет вне вашего поля зрения в этом месяце, и вмешательство богов, да, вмешательство бога. То есть это не как испытание, а как то, что вы не сможете контролировать то, что происходит в этом месяце, не сможете, как бы вы ни хотели. Поэтому пусть этот месяц идет, как идет, и воспринимайте все по воле Божьей, все по воле Божьей, вот сказала. Если так воспримете, то и не будет у вас никакого сопротивления, но изменения в жизни есть. Есть изменения в жизни в июле. Они не деструктивные, они такие достаточно мощные. Либо у вас круг общения даже поменяется, обстоятельства, работа, очень много может поменяться. В общем, всем прекрасного июля. Люблю вас. Ставьте лайк в качестве оплаты за гадание. Пишите в комментах свои вопросы, либо что бы вы хотели видеть в раскладах на месяц, на год и вообще свои пожелания. Все, всех люблю. Всем прекрасного июля.